сейчас влияет прям на меня. Пора вставать. Доброе утро всем. Алло, еще раз. Ну что, пока что мы так себе ленимся. Я тут на серии работала, папа уехал в магазин по ремонту. Плюс он хочет в Sam's Club поехать купить сыра, все-таки коптить. Джульетта уже дала о себе знать. Говорит, можешь меня забрать в 11? Я говорю, не, я не готова в 11. Теперь она смотрит кино. Говорю, в общем, даст знать, когда ее забирать. Анжелика скоро уходит с Рикиной мамой и его сестрой. Они идут там на какую-то ярмарку. Типа, ну, в общем, а потом будут кушать. Так что у нее время провождения с будущей семьей. Не знаю, посмотрим. Шучу. Так что, думаю, надо бы девчонок младших куда-нибудь вывести. Тоже они мне говорили, намекали насчет Carl's Jr. Помните, такая площадка большая, которая находится внутри. В общем, возможно, так и сделаем. Плюс хочу подъехать к маме по-быстрому. Она мне, мне подруга передала через маму это копченое сало, ее муж делает. И мама забыла его привезти вчера. Борщ для малого не забыла, а сало для дочери забыла. В общем, подъеду, надо это самое схватить, это сало. Плюс там мама еще что-то детям подкупила, короче, корзину у Анжелики какую-то там. Потому что Анжелика все организует в корзинах. Ей надо еще одна для одеял. Так что да. Приехал. Я еду на его машине. Он говорит, едь на моей машине. Его машина меньше бензина жрет. Я так выехала побыстрее, кушу. Камеру забыла, так что вы не на телефоне. Я думаю, вы уже привыкли. У меня почти в каждом видео какая-то часть с телефона, а не с камеры. Малыш как раз заснул, так что я выехала. В общем, он не должен ни у кого забирать ручки на данный момент. Потому что Анжелика ушла, а мне Джульетта, ну, говорит, пусть кто-то смотрит. Я говорю, у меня Анжелики и папа уехали. А на Габриэла, ясно, перед я не оставлю троих младших. Ладно, едем. Я уже позвонила я. Это сам все-таки непривычно. Так я привыкла к высоким машинам. К такой, знаете, что у меня голова почти потолок. Это самое трогает. Я уже спустила кресло как можно ниже. Уже странно. Привыкла я на таких автобусах ездить. Вот и Дутя. Good morning. I mean, good afternoon. В общем, мы подъезжаем, папа тут уже ждет, оказывается, ему на работу надо. Короче, мы быстро ключами обменялись, и я дома хотела показать, что я ж забежала это к маме. Сало, сало копченое, Юрчик, спасибо. Да, Джашик. Когда-нибудь ты тоже это поймешь. Вкуснота. Такой дымочек. Вкусно. Все, пошла кушать. Сделаю бутер себе. В общем, сейчас я еду с двумя младшими девчонками. Джашком и Джульет в Carl's Jr. Дам им погулять. Там некоторое время, в это время Дэнни и Габриэл, они собираются ехать к Джанатану, и они будут там стрелять с лука. Ну, Габриэл будет стрелять с лука. Они там уже разожгли костер, и, возможно, будем это готовить, кушать. В общем, пока они там это все делают, разбираются, после того, мы как погуляем, я привезу туда Скарлетт. Может, останусь там на некоторое время. Я, честно говоря, люблю быть дома. Просто у них там собака, большая собака, и я уже, я не смогу спокойно там сидеть, я не смогу спокойно положить ребенка где-нибудь полазить, потому что я не знаю, в каком состоянии там ковры, и
вообще я собакам не доверяю. Никаким. Самым лучшим, самым ласковым я им не доверяю. В общем, кошкам тоже. Так что я всегда маму переспрашиваю, где кошка и все такое. Животное есть животное. Вот. Все время носить малого на руках, там тоже я устану очень быстро. Я уже зайду, там некоторое время побуду и сброшу Скарлетт и уеду. И заберу Габриэла. Габриэл говорит, что когда уже темно станет, он лучше домой поедет. Так что пока вот такой план. В общем, едем гулять. Остановились около All About Cha. Я купила горячий чай для Джульетт и десерт для меня. Она говорит, десерт не будет есть, потому что она уже много сладостей сегодня ела. А потом уже через дорогу идем в это, Карлс Джуниор. Горячий чай и мой капучино муссовый торт. Ой, боже, кто-то тут мою вилку прям... О, мама. Девчонки уже там гуляют. Скажет, он побежала. У нас погода, вот видите, в чем мы одеты, мы в этом одеты. Это вообще, а Скарлетт вообще в футболке была. Вот такая погода. Завтра похолодание. Так что да, у нас очень сильные перепады погоды. Вот мы сняли клееночку, вот так он клевенько выглядит. Вот это весь, все мусс кофейный такой. Джашик уже мне дал знать, что он хочет. Развлекаем малыша как можем. Он уже чашку уронил, трубочку уронил. Теперь сумка. Сумка следующая. У нас тут день рождения происходит рядом. Так что шумно. Красивый ветер. Диету, курицей, картошкой, соус. В общем, она забыла поесть дома, как некоторые. Пошли. Что это такое? Все у тебя запало. Короче, я уже ходить готова. О, какая красота, какой у нас закат. Как всегда, мы поехали. Здесь нету мороженого, одни коктейли. Так что мы сейчас заедем к Макдональдсу. Ой, кто-то нервничает. Купим мороженка и отвезу Скарлетт до Керри. She's huge. She likes to be petted. Wow. Mom, there's a guinea pig. Guinea pig too. If we let her out, she'll jump up on the couch and. Seriously? Yeah, like a dog. Oh my god. В общем, младшие дети, то есть девчонки остались у Керри. Тринка там так разыгралась, и, к счастью, лекарство у Дэнни он ее взял, так что она может там остаться. Мы заехали в Walmart рядом с Джонатаном, потому что Джульетта хочет купить себе для вымывания лица вещь. И тушь. Да, привет. Привет. Я положила его курточку, это самое, чтобы ему мягче было. Габриэл с такой пьянкой, в общем, тоже решил себе одеколон купить, так что они там с сестрой выбирают. Я беру вот эту тушь.
две дребцету. И вот такое что-то с углем, вычищать поры. Ну, короче, посмотрим. Вот такие покупки. Что там Габриэл выбрал, я еще не знаю. Но он пришел, говорит, пахнет хорошо. Погода начинает меняться. Мы закончили. Окей, мы дома. Что-то я подустала. Чаек, конечно, чаек. Маме нужен чаек. Если мама подустала, маме нужен чаек. Малыш заснул. Что-то меня замучило немного. Конечно, он же все на руках. На руках. Ну, вы видели, как там в доме. Это такие любители животных. И я ничего не имею против. Просто говорю, я не могу быть там. Видите, у них такой... Не знаю, как хорошо я показала. Я не хотела сильно, знаете, это самое... Чужой дом показывать. Но они только сделали ремонт, проремонтировали, сделали новый камин такой красивый. И еще рядом, и толку с того, они рядом поставили эту клетку для этого зайца. Заяц такой жирный. Я такой, говорю, сколько мяса на нем. Говорю, вы меня извините, у нас, говорю, если были кролики, мы думали о них в другом, с другой стороны, не как, ой, животное красивое, бла-бла-бла. У нас это было мясо, это был мех. В общем, да, вот ихняя дочь просто огромный любитель животных, у нее что-то только там не было, так что... Плюс у них там ремонт происходит. В общем, нам там не посидеть. Около костра посидели немного. Малыш так заинтересован был в костре. Ему хотелось чуть ли не прыгнуть туда. Я говорю, нет, и все, мне надо идти. Короче, купили Габриэлу что-то. Одеколон. Какой-то примитивный мужчина. Так что будет он у нас примитивный мужчина. Сейчас покажу. Give away your cologne. Let me see. Вот. Мы решили, что пахнет вкусно. То есть хорошо, невкусно, по-мужски, приятно. Так что будет он у нас таким диким, то есть примитивным мужичком. Ладно, что чаек делать? Нам это баби, это жена племянника, дала ее соседка, угостила. Брауни, говорит, дала столько, что мы сюда не сидим, так что она нам дала половину, так что у нас будет брауни, чаек. Ой, я извиняюсь. Пошла я. Рикина мама ей дала вот эти игры всем, так что будем гулять, играть. Его мама переехала в другую квартиру, так что теперь у нас есть... Это самое, сейчас она мне расскажет, как на ярмарке провела. Анжелика тут себе подкупила такое колечко. Is that silver? Yeah, it's silver and then turquoise. Wow. Такую бомбочку для Ваны. And then I got a keychain for Ricky because it was a giraffe. Тоже для Рики. А, вот это. It's a giraffe. Like I saw it, I was like, oh, he would like that. It's so cute. It's like a little giraffe. Okay, giraffe. Okay. It's made out of leather. And then I got myself a. Ну что, дорогие, буду с вами прощаться. У нас уже вечер. Ну как вечер, уже глубокий вечер. Дэнни должен скоро быть с девчонками дома. Вам огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки и подписку. Что-то забыла? И просмотр рекламы, точно! А вам желаю спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай!